Но не о чем волноваться. Давай. Друзья, девочки, мальчики, всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, и мы продолжаем рубрику «Секреты Скайрима». Господи, как же прекрасно! На закат Special Edition можно просто зависать часами. Но это не об этом. Сегодня секрет, мы рассмотрим такую вот уникальную плюшечку для мага. Очень крутую, которую можно получить просто на самых первых левелах. Пепельный страж. Пепельный страж и его уникальные свойства. Сегодня я все вам расскажу. Ну что ж, как видите, у меня мой старый добрый каджитик, первый уровень и немножечко денежек есть. Мы сейчас возле Вайтрана. Я могу отвезти тебя в столицу любого владельца. Давай. Ну, куда едем? Нам нужен Виндхельм. Залезай в повозку и отчаливаем. Поехали. Опа. Да был Рагнар рыжий герой. Слушай, я эту песню не хочу слушать всю дорогу. Так, ну, так как у меня быстрого перемещения нет, я вам сразу покажу, как туда добраться, для тех, кто не знает. Мне кажется, многие знают, но тем не менее. Это видео будет такое вот... В перемотке небольшой, так что я покажу самое главное. Так, теперь нам нужен вот этот вот порт. Так, ребят, ну что ж, и здесь мы находим нашего капитана. Вот Хочешь он. Хочешь отправиться на Солстейн? Да. Мне нужно на Солстхейм, а не Тейм. Пока денег не получу, якорь не подниму. Вот так вот. 250, ребят. Ну что ж, тогда отплываем. Отплываем. Отплываем, отплываем. Но я хочу сразу сказать, что этот старт очень крутой. Хотя, подождите. Блин, вот этот вот момент, когда вы только-только попадаете на остров. Special Edition добавили вот эти ну вот... Ну вот мы на месте. Сияние. Добро пожаловать в Воронью скалу. Желтая. Смотри, осторожней здесь. Тут нынче все не так, как раньше. Господи, я помню, первое свое ощущение это было... Вау! Да, анимация срабатывает только тогда, когда вы первый, впервые здесь оказываетесь. Воронья скала. Легендарная Воронья скала еще с того Моровинда. Я тебя не знаю, значит, ты впервые в Вороньей скале. Привет, дьявол. Сразу привет. Так, слушай, ты мне не интересен, так что, ребят, дальше мы отправляемся, сейчас вам покажу. Вот Воронья скала, нам нужно просто по над бережком. Бежим, 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 и вот сюда. Да-да-да, в Тельметрин, ребят. Нам нужно в Тельметрин. Погнали. Ага. Ну что, ребят, здесь мы можем увидеть прямую отсылку с Морки. Да-да-да-да-да. Это безумный маг, которого мы видели в Моровинде. Тут тоже попытается взлететь. Волноваться совершенно не о чем волноваться. Давай. О, блин. Да, ребят, прямая отсылка к Морке. Дневник безумца. Вау. Очень жалко, конечно, что... посох пламени. У него нет вот этих вот свитков. Потому что в Моровинде мы-то находили кое-какие свитки полета. Но у него нет. Жалко, жалко. Было вообще забавно тут попрыгать. Ну что ж, мы сюда прибежали, друзья. И здесь мы можем наблюдать вот этого вот парня, который что-то пытается кастануть. Разве тебе не полагается быть в башне? Почему этот вызов не работает? Если уж тебе так нужно знать... Я пытался заставить работать это заклинание пепельного стража. А теперь дай мне сосредоточиться. И мы ему не мешаем. Просто уходим к нашему мастеру. Там нужно просто к нему прийти и поговорить. Просто вообще ничего. То есть наблюдаем. Уникальный подъем. Вау! Жалко, что больше нигде такого нет. Привет. Не помню, чтобы я приглашал тебя в мою башню. Надеюсь, тоже не помню. У тебя есть достойное объяснение? Конечно. Что это за здание? Это башня Телвани. Это моя цитадель, выращенная из пор гигантских грибных деревьев, которые растут в Моровинде.
На родине у других волшебников в Телвани тоже есть такие. Ребят, давайте вернемся обратно. Я на всякий случай, наверное, сохранюсь. И что мы здесь видим? Помоги мне! Я призвал пепельного стража, он теперь буянит! Ага, так, я могу уничтожить его для тебя. Спасибо. Честно говоря, я на это надеялся. Пепел пеплу! Скорее! Я пока отвлеку. Обязательно, обязательно выполните этот квест, потому что без него... Стой, оружие. Я, конечно, понимаю, что 9 урона это много. Но я лучше... Ой-ой-ой-ой! Ты меня случайно сейчас не убьешь? Вау! Ай-яй-яй! О! Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, ребят. Фух. Ну что ж, и теперь мы возвращаемся обратно, ребят. Возвращаемся. Да. Только после прохождения этого квеста, ребят, только после прохождения этого квеста. Сейчас. Ну что, с пепельным стражем пока так и не покончено? Все хорошо. Мастер Нелот убьет меня. Или еще хуже, если узнает. Все хорошо. Мне удалось уничтожить пепельного стража. Какое облегчение. Мастер Нелот наверняка наказал бы меня, если бы узнал. У меня нет золота, чтобы расплатиться, но я могу отдать тебе этот посох. Да. Нам дают посох захвата душ и... И только после этого квеста, друзья, только после выполнения у... Спасибо тебе. Хорошо, что вопрос о пепельном страже остался сугубо между нами. Тальваса. Я вздрагиваю при мысли о том, что было бы, если бы мастер Нелот узнал. Есть продажа. Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами. Да, есть. Том заклинаний вызов пепельного стража, ребят. Он, конечно, стоит аж 2200. Ну, для начинающего мага на 10 уровне, я думаю, это уже не проблемная сумма, и вы можете без проблем ее накопить. Но, если вы купите этот том, сейчас я вам расскажу все преимущества этой невероятной магии. Для мага это просто незаменимое, считается, я думаю, для всех. Так, сейчас я сделаю вот так вот. Отойду. 3, 2, 1. Ну, с магией, конечно, мне еще слабовато появляться так. Ну что, ребят, я взял своего персонажа. И сейчас вам покажу все плюшечки. Какие? О, давайте вниз спустимся. Чем же уникален наш пепельный страж? Кстати, девочка с нами будет бегать, да? Да, я просто прохожу вампиров в своем основном прохождении. Ребята, вы понимаете, что магия... Если вы играете за мага, и вы вкачали колдовство до 100... Ну, я думаю, что многие уже поняли, что здесь есть парные души. Вы можете вызывать двух атронахов или поднимать двух зомби. Ну, то есть вы можете создавать очень нехилую тиму. То есть раз... И два парня, которые вас защищают. Больше как бы невозможно. Невозможно никак, потому что он исчезает. Он просто исчезает только из-за того, что невозможно два. Ребят, ну если у вас есть этот пепельный страж, если у вас есть, но будьте внимательны. Понимаете, в чем фишка? У вас обязательно в инвентаре должны быть, знаете, какие штуки? Сейчас вам покажу. Господи, тут мое барахло. Как всегда. Ага. Вот. Сердечный камень. У вас обязательно при этой магии должен быть сердечный камень. Очень много разных жил, где вы можете добыть этот сердечный камень на острове, так что это вообще не проблема. Но помните, если вы без этого камня призовете пепельного стража, то он просто начнет агриться на всех и на вас. Так что будьте внимательны. То есть он у нас есть. То есть один вызов это один камень. Вот так вот, ребят. И таким образом у нас получается еще один защитник. Еще один. Он действует как руна. Вау. Вау. Ну четвертый, конечно, нельзя. Вы представляете, это просто новые границы. Мне это рассказал еще давным-давно Михаил Саар, и я вам хотел показать. Это также для мага это невероятно крутой защитник. Он ослепляет своей пылью, дамажит, у него какой-то уникальный урон, и сейчас мы как раз-то его и протестируем. Ого, мне так еще девочка. В придачу. Так, еще можно Риклинга взять себе. Это вообще мега-тима. Самые сладкие, самые крутые ребята обитают вот здесь.
Да-да-да-да-да! Оборотни-медведи, ребята! Оборотни-медведи. Ну что ж, итак мы... О, блин, у меня магия еще закончилась, они мне сейчас в салатик сделают, просто в салатик. Так, сейчас я магию достану. Мало-маловато. Вот. Ну что ж, призываем одного. Поглощение. Вау, парень, я думаю, они не справятся. Вот, и начинают они просто разваливать. Так, давайте-ка я, наверное, тоже им помогу. Потому что они долго не простоят. Вообще не простоят. Да, возьму клинок, брат, скаут. Няшный клиночек. И вот у вас, ребят. Офигеть, какая тима. Офигеть. Все дерутся, он очень долго. Понимаете, что простоять против мишки, оборотня, это нужно быть очень, очень толстым. Ну что ж, одного ушатали. Убегает бедняга. О, кого я бью? Ага. Ну вот, вот, ребят. Сейчас они мне закончатся. И вот, видите, как видите, все. Закончились камни, и он просто-напросто начал на нас нападать. Да ладно. Вот так он еще взрывает. Ну, неплохо. Очень неплохо. Я, наверное, убегу. Кролик тут. Все, я прячусь. Я прячусь. Ой, смотрите-ка. Скелетик. Его придавило, бедняга. И у него тут сундучок. Интересно, что там. Ну ладненько, друзья. Если вам понравился секрет, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И будем дальше познавать разные няшные секретики. Ну согласитесь, да, может быть, вы и знали этот секрет. Даже не секрет, а то, что я сейчас умру. Ну 100% я уверен, что многие не знали, что можно вызывать его еще дополнительным компаньоном. Все, ребят, всем пока.